Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Настало время для очередной серии по черепашкам-ниндзя-легенды. Так, ежедневная награда, забираем. Так, ну что же, забегаем быстренько в магазин. Открываем, конечно же, колоду. Так, смотрим, ага, здесь нам ничего не дают, только 5 долларов. Хорошо, давайте быстренько пробежимся по заданиям, сделаем их. Так, поднять уровень персонажа. Кому будем поднимать на сегодня мы уровень, а? Так, 22 тысячи, это, кстати, неплохо. Может быть, даже мы сможем сейчас проверим. Да, хе-хе. Ну что же, Рафаэль получает 80-й левел. Я думаю, что это хорошо. Это очень хорошо. И вот так вот попробуем всех прокачать. Рано или поздно. Забираем реворд. Так, сразиться в боях. Это, так, серию испытаний давайте пройдем. Я сделал сброс в прошлой серии, поэтому приступим. Раз, два, три, 4-5. Вот так сделаем. И по-быренькому это все дело пробежимся. Сегодня мы с вами, может быть, прапаем еще одного персонажа. Вы, надеюсь, не забыли. Так, хорош, Гаврюша, получи фашист гранату. Так. Ну, давай вот так прикокошим его. А дальше у нас кто? Маузер и еще кланфутовец. Кланфутовца на истреб... не получилось истребить. Но он в любом... Ага, вот так вот даже. Я думал, если что, постепенно урон его уничтожит. Но мы сами справились. Поэтому, ребят, вторая волна. Естественно, здесь все быстренько мы делаем. Тут у нас Рокстеди, тут у нас Бибоп. И мы начинаем с маузеров. Минус один. Так, футовцу мы понизили защиту. Давай, наверное, вертушку сделаем. Чем мы тут будем теребунькаться, да? Как говорится, жестко и быстро. И никого не убили, кроме недобитого маузера. Хе-хе-хе. Ладно. Давай так делать. Надо было вообще-то Рок, кстати, бомбить, потому что у него была пониженная, повышенная, точнее, атака. Ну, раз Бибоп напросился, будем тогда колбасить его. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты такой у меня, Рокзарчик слабоватенький. Хильнемся. Вот так. Не понял. Ах ты, ядрить тебя на корень. Вот она, ребята, невнимательность. Какое, блин, хильнемся, когда у нас был запрет на отхил. Вот же их крестиком перечеркнуто. Не смотрю, ребят, я на эти все антибафы, которые висят на меня, и из-за этого страдаю. Это во многих играх такая фигня. Невнимательность, правильно вы говорите, невнимательность, и все. Так, ну ладно, тем не менее, мы с вами прошли. Теперь, естественно, отправляемся на поиски ДНК. Будем все с вами делать четенько, чтобы все было как надо. Забираем здесь реворд и ищем. А вот кого нам там не хватает, вы не помните, а? Так, ну явно это не Кирби. Кто-то у нас же там, ребята. Ага, Бибоп. А мы его где-нибудь, кстати, можем найти? Ну-ка, по испытанию. Навряд ли он где-то здесь будет даваться. Здесь у нас одни Донателлы, да? Так, вот здесь, в этом испытании, наверное, тоже мы его не найдем. Блин, не найдем мы здесь, ребят, с вами. Это если где-то только чисто случайно можем на него напороться. Тут, по-моему, тоже, да? Ничего у нас не получится, нигде мы его найти не сможем. Жаль. Слушай, а мне бы хотелось бы его получить и проапать. Погоди-ка, а в магазине, секундочку, может быть... Может быть, где-нибудь здесь? Нету, к сожалению, нету. Как видите... Шансов 0, 61 монетка у нас, это тоже как бы мимо кассы. Все здесь не то, ребята. Печально. Ну что же, не будем, как говорится, расстраиваться. Рано или поздно все равно нам ДНК где-нибудь выпадет на него. А пока давайте, наверное, будем покупать вот, на пицце Лицева. Давайте искать. Как раз у нас тут 6 попыток. Из них мы уже нашли даже 2 ДНК. Так, хорошо, поехали здесь. Не особо хорошо заходит, ребят. Ёлки-палки, всего лишь 3 ДНК из 6 попыток, да? Да. Так, это средний, ребята, вариантик у нас прокатил. Давайте теперь, наверное, искать, ну, фиг с ним. Поехали. Будем добивать Кирби, чтобы, как говорится, лишний раз он перед нами не мозолил мне глаза. Найдем, полностью его проапаем, потом уже все, успокоимся. И, по-моему, еще Хана, ребят, надо нам поискать. У него там тоже где-то около того, чтобы прапаться. Сейчас посмотрим. У нас с вами очень мало пиццы. 20. То есть один раз мы только сможем найти. Да,
Подожди-ка, Пиццелицево мы искали. К север. К север. Так. Пиццелицево мы искали, елки-палки. Подожди-ка, а кто же еще-то? А, Хан. Ну-ка посмотрим, сколько у Хана. О, не, ребята, у Хана еще много. То есть нам выгоднее, наверное, искать этого к севера. Сколько там? 12, да? Один раз можем только найти, и то неудачно у нас все это получается. Хм. Ну что, отправляемся прямиком с вами на лигу. Ребят, вы знаете, что последний день сегодня остался. У нас... Так, заберем вначале реворд. И завтра уже будет понедельник, то есть все, как говорится, обновится, обнулится. Здесь у нас все найдено, да? Да, все найдено. Поехали. Турнирная арена. Мы с вами на Лиге Сёгунов, 67-я позиция. То есть есть небольшой шанс попасть в Лигу Сёгунов 3 звезды и там попробовать как-то задержаться. Но шансов очень и очень, ребята, мало. Очень мало. Мизер просто-напросто. Подожди-ка, смотрите-ка, ребята, у меня Рафаэль стал первым. Раньше был Леонардо, теперь Рафаэль. То есть получается, что при одинаковом уровне, да, Рафаэль мощнее, чем его брат Лео. Странно, это очень странно. Ну что, давайте тогда мы возьмем с вами... Мы возьмем вот такую вот комбинацию. И при этом всем мы возьмем железную голову. Надо было, наверное, Зека все-таки взять. Наверное. Ну, попробуем так. Я думаю, что должно получиться у нас все. Так, вертушка от Леонардо. Угу, минус 2. Так, иммунитет вешает Микеланджело, давай пульнем. Да, в принципе, все, тут ханаем. Ладно, первая победа за нами. Она довольно легкая была за счет того, что у нас все-таки был Железноголовый, да, и Леонардо. С ними тут, конечно же, все это легко и просто получается. Так, 55-я, да? 56-я, ладно. Поехали дальше. На этот раз мы выберем с вами вот этих вот парней. Это у нас Крис. Естественно, мы с вами откатываем Леонардо. И также продолжаем с малышей. Раз, два, три. И кого-нибудь покрепче. Например, Бакстера Стокмана. В принципе, я думаю, что и этой командой тоже здесь все довольно хорошо и легко у нас получится. Погнали. Так, начинаем. Вертушка поехала. Так, тут только... А, ну двоих, да, двоих минусанули. И поэтому давай-ка, наверное, мы вот так вот сделаем. Минус Крис. Давай вызовем балбесов. Ага, не добили. Ну-ка, а Маузер? Не, Маузеры, в принципе, должны, ребят, добить. Да, отлично. Все шикарно. То есть две победы к ряду. И все шансы на то, что мы попадем с вами в Сёгун 3 звезды, увеличиваются. Так, давай 48-ю. 42-я. Даже вот так. Ну что же, я не возражаю. Так, Эндрю, Неди и Кэмэл. Кого нам взять-то? Здесь серебро, здесь тоже очень много серебра. Давай тогда вот этих, наверное, возьмем. Чем больше серебра у команды врага, тем лучше для меня. Я даже, знаешь, что сделаю? Наверное, вот так вот рискну. Рискну, скорее всего, даже вот так. Можно взять Ваньку Стиранка. Давай, блин, Ваньку Стиранка опасно. Ну давай, возьмем Ваньку, хорошо, так уж и быть. И возьмем Кирби. Конечно, рискую очень сильно, потому что я взял довольно слабых персонажей с собой в такую вот мощную команду. Так, ладно, проверим, кто кого. Хоть бы кто-нибудь упал. Оу, нет. Нет, 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 ребята, он инициативу повышает. Микеланджело повысил инициативу. Так, этот что делает? Твою ж макарёку. Так, он еще и хиляется. Ой-ой-ой, я думал, что... Ты смотри, какая у нас маленькая инициатива, ребят. Очень маленькая инициатива, что... Блин, Ваня, ты будешь бомбить? Пипец. Это называется, ребят, мы приплыли, по-моему, с вами. Кого тут можно по-быстрому нахлобучить? Давай попробуем Криса. Вряд ли пробьем. Ой, вообще мимо. Слэш. Твою ж макарёку, а. Так, следующим у нас кто будет ходить? Черт подери. Ну давай попробуем.
Убьют, наверное, сейчас убьют. Вот шляпа, а. О, блин. Все очень плохо. Все, ребята, очень. Получилось плохо. Вот я вот чувствовал внутри, что не надо было брать. Не надо было брать. Но рискнул. Вот, вот тебе, ребята, весь риск. И он причем неоправданный. Твою ж макарёку, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Два бойца, соответственно. Эта попытка просто фейл, галимый. Мало того, что мы с вами откат потратили для того, чтобы Леонардо вернуть в отряд, так еще и бонусов получаем с вами намного меньше. Твою ж макарёку, а. Не надо было так, конечно, делать. Видите, в чем дело? Потому что я не ожидал, что у Ваньки Стиранка заблокирует спецвозможность массовая стрельба. Вот в чем проблема. Но он это сделал. Соответственно, мы не могли с вами сделать массовый удар и уничтожить как можно больше противников с одного захода. Вот и все. Вот, вот, как говорится, вам и весь фиг до копейки. Хорошо, на этот раз я буду немножко попроворней, пошустрее, и я возьму зэка. Я возьму зэка. С зэком, вы сами понимаете, что тут ни у кого шансов нету. Естественно, бомбочка, вертушка, все, и они будут все валяться. Откатывать я не буду, ребята, зэка обратно. Я буду возвращать только Леонардо. И то для следующего хода. И то, ребят, под вопросом, смогу ли я сейчас тут пробить их. Смотрим. Ага, Донателло. Ну-ка, давай пробьем. Вот. Вот она, может быть, ошибка роковая где. Нет, успели. Ладно, это нам повезло, опять же. Видите, опять же рискую, опять нам везет. Но это бывает очень нередко. Так, продолжаем наше движение. Блин, мы только-только, наверное, сможем забраться на Сёгун 3 звезды. Печально, конечно, все это дело. Очень печально. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Леонардо, возвращайся. И, я не знаю, давай Рокзара возьмем. Как этого Таунта. Пускай он держит защиту. Такие орлы здесь довольно не слабые. Ну что же. Вот если бы, например, Леонардо бы стоял вот здесь, вот вместо Бакстера, я не понимаю, почему они вот выставляют именно вот в таком, в определенном порядке. Почему я не могу поставить так, как мне хочется? Так, бомбим теперь Шреддером. Супер ударом, конечно же. Слушай, ну неплохо. Есть шанс. Давай, плевочек. Так, и остается лишь Донателло. Но он, естественно, делает массовый удар. И все у нас выживают. Все, ему хана. Ага! Ха-ха! Устоял на ногах. Ты посмотри-ка. Ладно, ребята, тут все идеально получилось, вы сами это видите. Так, остается у нас еще немножко персонажей, может быть, на 1-2 боя. Какая позиция? 15-я, да? Ясен перец, мы с вами не перейдем после этого боя, но постараемся. Хм. Вася, Алексей, ну давайте фиг с ним, с тезкой подеремся, так уж и быть. Алексей, Алешенька, сынок, да? Ну-ка, берем Эйприл, Хана, Тигра возьму, Змейка Вьюна. Фигня какая-то получается, да? По-моему. Какая-то фигня получается, ладно, рискнем. 60-й уровень, вот я о чем говорю. Сможем ли мы здесь устоять? У нас полтиннички, ну не считая Леонардо, конечно же. Поехали, не дай бог Пит этот будет хиляться. А он, скорее всего, будет. О, не смотрите, ребята. Так, попробуем уничтожить криком души. Да ладно тебе, блин, он хильнется. Ребята, он хильнется. Нет? Не стал? Слушай, братюнь, ну ты... Ты это зря, конечно, вот я тебе скажу. Ты не стал хиляться, это... Все, это фейл твой. Так, Донателло, успокойся нафиг, а. На, вот, телепатическим ударом тебе. Да ну... Эйприл, что за дела-то? Радость-то моя. Не могла пробить, что ли? Ё-моё. Какого-то доника. Доника-додика. Так, ладно, все равно у нас здесь получилось все удачно. Мы с вами получаем бонус полноценный. И... Ну, в принципе, ожидаемо. Не получилось пробиться у нас. Так, и остается использовать всех своих оставшихся персонажей. А их очень мало. Это Рафаэль, это Крис. Это у нас Паукус. И... Вот эти два. Караечка, получается, и нейтрализатор. Хан как бы не в удел, получается. Жаль, жаль. Конечно, хотелось бы, чтобы и Хан тоже отыграл свою роль. Но
Нету, нет такой возможности. Так, а здесь у нас, смотри-ка, смотри-ка, какие орлы нас тут поджидают. Причем у нас сразу же, смотрите, вот я не знаю, что это за значок, ребят, смотрите-ка, вот сейчас он сделает, смотрите. Вот, плюсик и, я не знаю, снежинка или капля какая-то размазанная. Что это означает? Ну вот это понятно, это у ворот. А вот это что такое? Если кто знает, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я вот что-то не могу понять. Видимо, то ли мы можем хиляться при атаке, то ли хиляться тогда, когда нас атакуют. Ну, что-то такое, наверное, да? Что-то связано с лечкой. Так, делаем, ребят, с вами провокацию. Ну и все, теперь уже будем просто их бомбить потихонечку. Массовый... Оу, тихо, тихо, не надо буянить. Молодец, Рафаэль. Не стал, как говорится, спускать это все на тормозах. Мы, главное, успели с вами все равно, ребята. Оу, еще и постепенку повесили. А давай-ка вот так попробуем. Минус нейтрализатор. Так, этот делает на себя иммунитет. Ясен перец. Так, давай, наверное, мы с вами попробуем Леонардо. Не, не выйдет. Нет, конечно же. Так, массовый выстрел от Микеланджело. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай вот так вот пробьем все-таки моего. Надо нам... Да мы можем, в принципе, Микеланджело сейчас ликвидировать. Нет, не получается. А вот так. А так сработало. Все, Роквелл и остается у нас там... Кто? Микеланджело, конечно же. Так, бомбочка, это массовый удар. Но все равно тут выживаемся, нормуль. Все, Роквеллу... Роквеллу, конечно же, хана, ребят. Хе-хе-хе, только не от Карайки. А вот от Криса Брэдфорда. Ну что же, все, ребят, мы отыграли с вами, отлично. Мы сейчас переходим, конечно же, в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но у нас будет позиция, ну, где-то 93-я, наверное. Прям точно попал. Да, ребят, 93-я позиция. Плохо это все, плохо, потому что нас обратно скинут. Но не забывайте, что с работы я приду с утречка. Если у меня будут силы, я еще успею сделать один бой. И я постараюсь сделать. Хоть и буду смертельно уставший. Тогда, может быть, мы с вами и закончим эту неделю на 3 звезды в Сёгуне. Было бы, конечно, неплохо. Что у нас там разыгрывается? По-моему, кролик, да? Бибоп. Да, именно он, именно в образе кролика. Он у меня есть, но нам надо будет его, естественно, ребята... Мы сможем его проапать. Вот и все. Так, и вроде бы как бы на этом можно закругляться. Я сейчас, ребят, посмотрю, что у нас там по сюжетке. Все ли у нас тут пройдено. Тут у нас абсолютно, абсолютно все. Так, здесь у нас на 5 главе тоже все по полной программе. Так, а что же у нас тогда осталось? Неужели вот только... Так, подожди, я не то смотрел, ребят. Так, здесь нормуль. А, здесь тоже хорошо пройдено. Значит, получается только 7 глава. И мы с вами... Ё-моё, как посмотришь, вздрогну. Вот этого босса мы не могли пройти, да, на 3 звезды. Слушай, по-моему, настало время попробовать бомбануть его. Мы все-таки немножко с вами усилились. Немножко, ребят, повторю. Ой, какой он, блин, жесткий, да? Кто лучше? Рокзар или Крис в этой ситуации? Я думаю, что, наверное, все-таки, наверное, Крис. Ладно, была не была. Я попробую, ребят. А вдруг получится все-таки пройти на 3 звезды, а? Мне хочется, очень сильно хочется. Бойцы у меня, ну, хоть маленечко, там прокачались же с последнего нашего боя. Должны отвесить мы их люлей. По-моему, зэк у нас тут слабоватый будет. Так, спецудары свои тратить мы пока не будем. А? Ну, как всегда, ё-моё, они начинают, ребят, тут баловать, мутить всякую ерунду. Ведь из-за кого-то мы с вами сфейлимся. Вот как пить дать, я вам говорю, ребят. Кто-нибудь, как всегда, подкачает. Ну, давай бомбанем, фиг с ним, так уж и быть. Ой-ой-ой, бомбанули. Так, этот у нас в таунте стоит. Так, атака, нет, это массовый отхил. Поехали дальше. Поехали дальше бомбить. Не пробьешь ты. И ты тоже не пробьешь. Мне вообще ребята мажут. Давай поставим еще контратаку. Мало ли там чего, да? Пробивной. Хорошо. Так, добьешь? Молодец, железноголовой. Так, ответку. Шикарно.
Так, ну-ка, давай попробуем. Надо было не тратить, ребята, вертушку вот эту вот минимальную. Вот мне не нравится, что у Криса, точнее у Зека, уже вот столько здоровья. Ё-моё. Грубо говоря, там один плевок, он, наверное, упадет. Тут три волны, не так уж и много. Вешать таунт? Ну, давай повесим, фиг с ним. Повесим таунт. Вот. Дальше начинаем пробивать. Бомбочку и все это я оставлю на босса. Вот эти все супер мощные вот эти удары нужно оставлять на босса. Хил, да? Хил, хорошо. И он, помимо того, что хилит, ребята, он еще ускоряет свой отряд. Вот оно что. Угу, понятно. После этого, да, будет у нас, по-моему, босяра или же нет? Если после этого, то нам как бы надо... Надо, наверное, захилиться. Вот, примерно так. Теперь давай добивать. Ну, Крис, ядрить тебе на корень. Хорошо таунт висит у нас. Я имею в виду на железноголовом. Давай. Поехали. Минус. Минус. И последний охламон остался у нас. Так, пробивной. И, по идее, должен быть босс. Сейчас все зависит от того, кого он будет атаковать. Если я успею на Криса повесить защиту, может быть, мы выживем. У него, по-моему, массовые атаки. Вот он этот щупальца, блин, явился, не запылился. Смотрим. Во-первых, я поставлю, ребят, защиту. Теперь бы, конечно, не помешал. Смотрим. Да, у него, ребята, массовая атака. И, по-моему, два раза он будет бомбить. Нет? Слушай, не знаю. Давай попробуем. Если получится замедлить его. Получилось замедлить. И давай вертушку. Мне нужно, ребята, поставить защиту. Успею я или нет? Ай-яй-яй. Блин, ребят, я ставлю. Но, по-моему, сейчас он будет все равно делать свой массовый удар. Так ведь? Нет. Не стал он делать. А если я вот так вот заблокирую ему? Нет. Надо просто пулять. Так, бомбанем. Сейчас будет удар. Удар, ребята. Ай-яй-яй. Рафаэль буквально, ребята, еле выживает у меня. Ну, Зек, не подведи. Блин, подводит. Крис, ну. Да ну хорош, ребят. Черт подери. Супер ударом или обычным ударом? Давай супер ударом. Попробуем. Есть, ребята. Вот. Я этот эпизод прошел таки на 3 звезды. Вот это круто, вот это я понимаю. Вот это мы сыграли с вами, это рискнули и победили. Ну что может быть лучше? Конечно, вознаграждение лучше это когда, вот, когда ты получаешь новое достижение. Герой в полупанцире. Отлично, просто великолепно. То есть одной задачи для меня становится меньше, потому что мы с вами должны вот здесь вот в сложном, ребят, в сложном режиме пробиваться дальше. Враги здесь очень сильные, очень крепкие. Так, у меня пиццы нету, поэтому я сыграть не смогу. Но уровни там на уровне, ребят, на уровне. Так, и дайте-ка мне достижение, я должен получить свои 2 ДНК и 2000 опытов. Но опыт нам здесь уже не нужен, потому что у нас максимальный левел. Так, смотрите, маузеров осталось всего лишь сколько там? 16 маузеров подбить, и все, и мы с вами получим еще 2 ДНК. И сколько в общей сложности у нас с вами... Сейчас мы вот это обменяем. В общей сложности сколько у нас ДНК на Шреддера? Хотелось бы, ребят, посмотреть. По-моему, очень... Ой-ой-ой! Ой, нам его еще искать, искать, искать до посинения, ребят. Но зато когда у него будет 5 звезд, это будет шикарно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте можно смело и заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. А мы увидимся в следующем видосике и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых встреч.